Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор Россети «Урал» Дмитрий Воденников обсудили модернизацию электросетевой инфраструктуры региона. Ключевой задачей названо обеспечение бесперебойного электроснабжения промышленных предприятий, социальных объектов и жилых домов, особенно учитывая высокий уровень энергопотребления в промышленном центре Урала. Евгений Куйвашев подчеркнул важность надежного партнерства с Россетями для развития региона. Среди прочих тем – готовность энергетиков к зимнему периоду и поддержание инвестиционной привлекательности Свердловской области за счет качественного обеспечения коммунальных услуг, включая электроснабжение. В Новоуральске надежное электроснабжение обеспечивает предприятие «Новоуральские городские электрические сети». Помимо основной деятельности, новоуральские городские электрические сети активно участвуют в благоустройстве Новоуральска, внедряя современные световые решения. Благодаря финансовой поддержке Уральского электрохимического комбината и топливной компании ТВЭЛ, Новоуральск преобразился. Засияли светом игровая площадка «Космос», аллея молодежи, бульвар Кикоина, сквер строителей и дорожки к парку. Необычные световые решения, включая гобо-проекторы, создают уникальную атмосферу, а работы по благоустройству аллеи трудовой славы близятся к завершению.